Ну как, ему лучше? Лекарства еще не подействовали, но, думаю, выкарабкается. Он у нас парень крепкий, лесгафтовец. А кто это, лесгафтовец? Спортсмен. Студент физкультурного института. Есть такой в Ленинграде. Слышь, хозяин, мы у тебя переночуем, а утром уйдем. Санек говорил про какую-то землянку в лесу. Это та, что Трофима? Охотника? Да, я не... Ой, смотрите, полицаи! Они, наверное, нас ищут. Что делать? Тебе оставаться в доме со старшиной, а я выйду к ним, поздороваюсь. Постойте. Возьмите под половицу пистолет и лекарство. Из вас бы получился отличный подпольщик. Ждите здесь. Всем пригнуться. Где командир? Снаружи. Разбирается с полицаем. Придется вам уходить. Места тут болотистые. Да еще и дожди все размыло. Добраться до леса можно только по гаті. А гать начинается за деревней. Вам нужно будет пробраться дворами, а дальше Санек вас проводит. А вы не пойдете? Я вас замедлю. Идите без мене. Свидимся, когда все уляжется. Спасибо, дядь Вась. Идем. Заберем у фашистов оружие. Не голыми же руками воевать. Кто не рискует, тот не выигрывает. Боль закаляет. Не надо так делать. Я справлюсь.
Что это за полицай, Санек? Речь у них русская, да и лица вроде простые, советские. Неужто это наши с этими тварями спутались? Никакие они не наши, понятно? Предатели, вот кто они. Полицаи. Служат коменданту за деньги. Некоторые хуже немцев. Это кем нужно быть, чтобы пойти на службу к фашистам и мучить своих же? Вон еще стоят. Пойдем спросим. Слушаю. А? Кто не рискует, тот не выигрывает. А? Не шуметь. Может, в атаку? Бой последний. Будто опять в разведвзводе. Спокойно. Дети в прятки играть. Может, в атаку? Командир? Всем пригнуться. Поручите мне что-нибудь. Прокрадусь потихоньку. Куда дальше? Вот опыт разведки и пригодился. Дети в прятки играть. Спокойно.
разведки. Поэтому меня не брали в разведку. Что мы, дети, в прятки играть? Не торопимся. А, аж ладошки вспотели. Тихо. Я тут. Подумаешь, рано. Хочу быть полезным. Слушаю. Действуй. Я тут. Здесь враг. Мое это прятаться. Так держать. Подумаешь, рано. А? Кто не рискует, тот не выигрывает. Да, не обнаружен. Не мое это прятаться. А? Боль закаляет. Слушай. Всем пригнуться. Не засекут. Спокойно. А?
Торопимся. Может, в атаку? У нас есть работа. Страшновато. Поручите мне что-нибудь. У нас есть работа. Боль закаляет. Подумаешь, рано. Сюда бы роту пулеметную. Огонь. Да? Что дальше? А может, в атаку? Следуем плану. Что же это творится, сынок? Мало того, что полицаи разбойничают, так они и других стать иудами подбивают. Еще и у церкви. Ничего святого у этих иродов не осталось. Хочу быть полезным. Не шуметь. Пригодился.
все. Действуем. А где наша не пропадала? А? Наша не пропадала. Хочу быть полезным. А где наша не пропадала? А? Подумаешь, а? Опять по кустам ползать. А? Только бы не заметили. Страшновато. Thank you.
Пришли. Дед сейчас на охоте. Вернется через несколько дней. Да тут не охотничий домик, а целая партизанская база. Так я же говорю. Ее для нашего истребительного батальона готовили. Да, все, что нужно. И место хорошее. Но давайте располагаться. Вижу, вы добрались благополучно. А я хвилювався, щоб німці вас не зустріли по дорозі. Живими би вони нас не взяли. А як в деревні діла? Да плохо. Спочатку поліцаї по домам пройшлись, що було цінного винесли. А потім уж солдати приїхали з комендантом лагеря в голові. Все. Нет більше деревні. Ви вже вирішили, що предприймете далі? Останетесь или попытаетесь пройти через линию фронта? А далеко она сейчас, линия фронта? Говорят, немцы уже чуть ли не под самым Ленинградом стоят. Быть такого не может. Сами немцы, небось, эти слухи и распускают. Ага. Скажи еще, что не может быть, чтоб Красная Армия отступала. А ну-ка тихо. Сейчас обустроимся и отправим разведку. Выясним, что делается в округе, и тогда уже будем планировать наши действия. Дело, говорите, товарищ капитан. Давайте я пока нам хозблок оборудую, чтобы было где делать бинты и гранаты.